ЧП, произошедшее на минувшей неделе в нашем городе, вызвало большой резонанс. Из окна дошкольного учреждения выпал ребенок. К слову, впервые за все время существования в нашем городе детсадов. Частный садик был открыт в декабре минувшего года, а в апреле получил госзаказ. До инцидента никаких нареканий его деятельность не вызывала. После данного случая в Горано инициировали комиссионную проверку. Виновных привлекли к ответственности. На дисциплинарную комиссию был вынесен данный вопрос, и поэтому по инициативе работодателя данный воспитатель был уволен. Вот. И в отношении руководителя Жумагуловой мы не можем принять меры, так как мы не работодатели. Работодатель – учредитель, который построил этот детский сад. В данное время его нету в городе, поэтому по приезду, я думаю, какие-то меры примет к руководителю. Может, это просто будет дисциплинарное взыскание, строгий выговор. Но сейчас на всех окнах установлены замки. Как выяснилось при проверке, подоконники в помещениях, где спят и обучаются дошколята, расположены ниже, чем установлено санпином. Да и располагаться младшие группы должны исключительно на первых этажах. Все это соблюдалось в советское время. Решетки, которые могли бы обезопасить шалунов от ныряния в окна, устанавливать в целях безопасности при пожарах запрещено. К началу нового учебного года все дошкольные учреждения будут вновь тщательно проверены на наличие подобных нарушений и готовности принимать детей. Уже с 1 числа начинаем изучение готовности всех детских садов, внешкольных, школ к новому учебному году. Этот вопрос обязательно будет включен, потому что вы сами понимаете, что есть правила размещения государственного заказа. Изучать, проверять мы можем только один раз в год. Очень мало. Или по жалобе, или по обращению. Что касается состояния пострадавшего мальчика, то чиновники держат эту информацию на постоянном контроле. Сейчас пациент уже идет на поправку, операция не понадобилась, лечение продолжается. Ирина Гуть, Алексей Уразов, программа «Факт».